Бюро финансовых служб Министерства финансов США объявило о начале использования блокчейн для мониторинга перемещения финансовых активов. К таким активам относятся смартфоны и компьютеры, сообщает Cointelegraph. В рамках проекта казначейство определит, можно ли отслеживать и согласовывать его физические активы в режиме реального времени, так как они передаются от человека к человеку. Для цифровой записи передач будет использована технология блокчейн. Отметим, что бюро рассматривает и другие возможности использования этой технологии, например, в совершенствовании процессов управления государственными финансами.